Именно в Дубне мы командно создали продуманную современную модель и логистику процесса от момента, как человек приходит к себе на работу. Хочу обратить внимание, что все, что делает ФМБА здесь, базируется исключительно на самом серьезном научном подходе. И для Дубны это, конечно, импонирует просто неимоверно, потому что Дубна – это научный центр. И, конечно, я просто шляпу снимаю в отношении того, какой сосудистый центр, центр гемодиализа мы в Дубне сегодня открываем, и уж, конечно, реабилитация. Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство проводит расширенную коллегию, посвященную развитию промышленной медицины, который является основой трудового долголетия. Вот и я хочу поблагодарить Объединенный институт ядерных исследований. Это наши действительно стратегические партнеры, товарищи, единомышленники. И все, что мы сумели сделать, только мы сделали потому, что здесь был и запрос на модернизацию, на повышение эффективности, и мы вместе смогли это сделать.